Пикша. Пикша. Рыба, принадлежащая семейству тресковых. Ореол обитания пикши – соленые холодные воды. Это северные европейские моря, северно-ледовитые Атлантические океаны, Норвежское и Баренцево море, воды близ берегов Исландии. Пикша – ценнейший объект для рыбного промысла. Являясь практически ближайшим родственником трески, она издавна употребляется в пищу человеком. Пикша – рыба сравнительно крупная, длиной более полуметра и весом примерно в 3 килограмма. Встречаются отдельные, более крупные экземпляры, более метра в длину и весом порядка 15 килограммов. Но такие случаи довольно редки. Тело пикши приплюснуто с боков, светлого серебристого цвета с черными плавниками. Химический состав. Промысловое значение пикши состоит не только в прекрасном диетическом мясе, но и в больших запасах жира. В отличие от жирных сортов рыб, мясо пикши не является жирным. Жир накапливается в печени. Жир пикши используют в медицинских и промышленных целях. Химический состав пикши богат ценными веществами, высококачественным белком, содержащим аминокислоты, в том числе и незаменимые витаминами, большим количеством минеральных элементов. Мясо пикши содержит витамин В12, большое количество йода, фтор, бром, соли калия и натрия, цинк, фосфор, а также витамины А и Д. Состав пикши также содержит жирные кислоты класса омега-3, а именно, эйкозапентаеновая, а также альфа-линоленовая. Эти кислоты совершенно необходимы для нормальной работы головного мозга, а также для зрения. Полезные свойства. Польза пикши обусловлена тем, что в мясе этой рыбы отсутствует нерастворимый вид белка эластин, благодаря чему оно быстрее переваривается и усваивается организмом, чем, например, жирные сорта рыбы или виды мяса животного происхождения. Калорийность пикши низкая, так как в 100 граммах содержится всего 74 килокалорий. Это идеальный компонент рациона питания для людей, следящих за весом или придерживающихся особой диеты. У пикши практически отсутствуют противопоказания. Как готовить? Готовят пикшу практически так же, как и треску. Ее можно отваривать, запекать, жарить, коптить, вялить, сушить, солить и мариновать. Чаще всего мясо пикши встречается в продаже в виде замороженного филе. Это отличный полуфабрикат для приготовления различных рыбных блюд. Удобство приготовления пикши также состоит в том, что ее не нужно чистить. У нее мягкая и тонкая съедобная кожица, которая при запекании придает рыбе аппетитный вид.